Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛДЕ. Друзья мои, у меня уже очень много дней нет антирейда. Трое суток уже прошло, антирейда нема. Я не знаю, что происходит, но антирейды у нас, по-моему, обрезали все-таки. Конечно, сегодня мы с вами сходим на два рейда подряд. Первый рейд, конечно же, я уже выполнил все задания полностью. Завершаю, конечно же, все. Это сразу же. И второй рейд, друзья, не переживайте, для вас он будет секундой проходить. Ну, а для меня, как всегда, нужно полностью все пройти. Пропускать задания я не хочу. Тем более, они все легкие для нас. Я подготовился, конечно, взял 4 топора, взял С4. Последние рейды вам как, понравились? Мне не очень они нравятся. Почему-то теперь стали попадаться все чаще и чаще одни и те же рейды. Я не знаю, что за беда и как это все происходит. Это пипец. Неужели мне придется все-таки начать новое выживание на втором сервере этого Last Day выживания? Я не очень хочу новое выживание делать. Но если делать его, то делать без доната. Полностью прохождение Last Day без доната. Если, конечно, вам это интересно, я начну это все делать по-новому. Ну, это все по-новому надо делать, блин, будет, придется на новом мале. Майл я, конечно, создам, это не проблемка будет для меня-то уж. Конечно, также всех хотел поблагодарить, кто подписывается на мой канал. Спасибо вам, ребята. Всем новеньким привет. Да, я играю, выживаю в Last Day и многое другое. И многие другие игры также, конечно же, выживалочки, особенно на первом месте. Ладно, поехали сейчас на рейд. Что там за база? Мне одни и те же базы уже надоели, уколебали по полной программе. А вот если... О-о-о, Винникуис. Винникуис какой-то. Виннику... Нет, Винникиус. Ё-моё, я ещё неправильно читаю. А, что это? Ну да, Винникиус. Киус. Сейчас мы посмотрим, что у меня здесь. Привал у дороги. Ай-яй-яй-яй-яй. Привал у дороги. Как это вовремя? Ну, вообще не вовремя, правда. А, друзья, тут, короче, такое дело. Это я не знаю, как это меня вот так вот ограбили. Я, короче, зашел обратно на базу. Думаю, взять одну С4 и взять, снять топоры. Но есть такая беда, то, что меня... атаковал выживший. Это что, у меня теперь две базы на ограбление идет? Я что-то немножко не вдупляюсь. Как это сейчас будет это смотреться? Я просто забежал, там эта база... Короче, я не понял. А меня реально, что ли, ограбили? Вау, на ваших глазах, друзья, меня ограбили, ура! Сейчас пойдемте посмотрим, что там... Как это вообще так будет сейчас? Я даже не знаю, как это будет смотреться. Хорошо, звук у нас второй базы. Друзья, Slim... Блин, как это читается-то, ё-моё? Slim Lne или Slim Ine? Я не знаю, как правильно. Короче, Slim будем называть. Вот эту базу, вот эту базу, вот эту базу, друзья, вот эту базу, вот эту. Я прочекал. Туда мне надо 204... Но не нужны топоры. Топоры я брать с собой не буду. Вот так я домой заскочил. И в итоге у меня еще антирейд будет. Тогда мы с вами сделаем так. Мы сходим на эту базу. Там хорошая база. Очень много брони. Есть немного огнестрела. И потом сразу же пойдем на эту базу. Наверное, скорее всего, друзья, мы не будем проводить третий рейд. А хотя там посмотрим. Давайте я не буду загадывать. Просто посмотрим все. И тут что у меня... Привал у дороги. Я... Не-не, мне привал... Отчепись от меня, пожалуйста. Махоньки, отчепись от меня. Мне сейчас не до тебя. Мне надо сейчас вернуться обратно. Убрать топоры. Я потом покажу, почему я топоры не буду брать с собой. Кстати, друзья, у нас же вышло новое обновление. Да, у нас пофиксили какие-то там баги, короче. У кого-то там были баги. У меня, конечно, таких не было багов. Богов. Ну вот. Улучшили текстуру. Теперь мы можем изгородь живую найти даже на красных локациях. Это просто бомба. Я потом, конечно, побегаю, посмотрю. Может быть, я и найду. Это мы скидываем вот это все. Это нам не надо. Вот С4 я возьму две штуки. С4, друзья, у меня тю-тю. Уходит на изи быстро вообще. Ну ладно, я не беспокоюсь на этот счет, потому что у меня есть
очень много синих карт в бункере Браво. Ой, да почему Браво-то, ё-моё, почему мне Браво, блин, лезет? Значит, скоро на бункер Браво пойдем. Бункер Альфа, у меня там очень много этих карт. Потому что так получается, что я, когда иду на чистить... О, нифига, он еще бункер Альфа откатился. Вот, когда я иду чистить бункер Альфа, у меня так получается, что я получаю две синие карты, представляете? Это за сутки можно только два раза открыть. Ну и что я буду, если днем открыл, мне надо что, сквозь сон встать ночью и открыть еще один? Не, это фигня какая-то. Ну что, давайте посмотрим, что это за базень. Конечно, для меня эта база уже не такая уж. Пикапчик пустой у нас, ну, так как и говорилось. Здесь мы делаем бум, по-моему. Так, нет, давайте вот здесь сделаем бум, потому что за этой вещью у нас находятся топоры. Ой, есть одна беда. А нет, нету беды, нету беды. Блин, я думал, не-не-не-не. У меня то, чтобы подраться, есть, конечно же, случайное оружие. Как ты меня бьешь? А почему ты не бьешь туда, куда мне надо, а? Я взял, конечно же, калашик, друзья, но калашик на той степени, что он отвалится сейчас. И я взял очень ломаную броню, потому что она тоже сейчас отвалится, и то, что я сейчас здесь достану, этого мне хватит надолго. Давайте я вот так вот сделаю, нафиг, легче будет. Подожди! Охренеть. Это просто очуменная вещь. Ну ладно, пофиг. Смотрите, что мы здесь находим. Здесь просто 15 топоров и очень много кирок. Кирки, конечно, я брать не буду, а вот топоры. Ха, на халяву топоры. Это, знаете, это блин, очень... Да-да-да-да. Ну и вторую сишку мы ставим сразу же вот здесь. Вот там, друзья, мы и найдем все, что нам нужно. Давайте я немножко отрегенюсь. Блин, вторая волна пошла. Да ёпки-марапки, я думал, ее не будет, а она пришла. Мне сейчас будет больно. Очень мне-то больно будет-то. Знаете почему? Потому что у меня броня-то все. Вай. Надеюсь, я не откисну. Ну, если даже и откисну, мы придем сюда второй раз. Давайте попробуем тихонечко как-нибудь их сейчас поубивать. У меня 8 аптечек осталось. И броня на той поре, что сдохнет. Меньше 30 хп не надо оставлять. А, все, броня уже ушла. А нет, или я брони. Что-то я, малясь, не вижу этого. Так, я никого не бомблю, да? Все, нормально. А, все, броня ушла. Да, броня ушла, друзья. Все, я голопопы теперь шлепаю. Но меня один только бьет. Все остальные не попадают. Нормально. Давай, вали этих двух. Тихо, тихо, тихо. Ты давай только не отъезжай. Мне сейчас отъезжать не надо. Все, врубаем этого маленького. И смотрим, друзья, вы посмотрите, что здесь такое. Ёпарасете. Я сразу же, конечно, надеваюсь. Броня есть броня, друзья. И эту броню я, наверное, сразу же возьму, в чоппер унесу. Вот так вот, хопа. Здесь вот в этом сундуке, друзья, тоже есть броня. Ну, тут один ботинки, есть винторез и военный сундук. Мы тоже это сейчас все позабираем. Заберу я эти, конечно, сетики, пускай я домой их увезу. Много брать я не буду их. Нафиг они мне нужны эти. Много еще. Да ну нафиг. Я лучше топоров вон бесплатно возьму. И то надольше хватит, чем этот сетик. Ну, конечно, сетиков еще полным-полно, друзья. Здесь, а... Так, сейчас мы посчитаем, подождите. Так, это уже лишнее будет, да? Ути-тири-тири-тири-тири. Трали-вали. А слушайте, а тут намного больше, чем я... подождите, стопэ. Давайте я вот так вот сделаю. Сейчас, сейчас, друзья, сейчас. Ну да, раз, два, три, четыре, пять. Пять ботинок не хватает, значит, ботинки вот там, в том сундуке. Вот в этом сундуке вот эти 5 ботинок. Давайте ломаем сразу все здесь. А вот то, что вот здесь находится, я без понятия. Но там, наверное, скорее всего, станки стоят. Вон, видите, винторезик есть. Есть, конечно же, рюкзачок. И 5 ботинок, которых нам не хватает. Вот они сюда идут, эти 5 ботинок. Нормально? А? Как вы думаете, друзья, нормально? Нифига себе. 7 сетиков, да? 8, 9, 9 сетиков. А 10 сетиков, один-то на мне ведь все-таки. Вот так вот. 10 сетиков здесь валяется. Так что забирайте с радостью все и в кучу. Здесь у нас... Ой, так тут еще один. Но тут есть бинтики. Бинтики я заберу, конечно.
Есть, а, тут ломаный сетик. А может ломаный надеть? Потому что у нас сейчас еще скоро волна пойдет. Так что ломаным я сейчас сломаю. Убью. Зарежу. Да ладно, неважно. И вот, друзья, вот что я вам и говорил. Здесь есть дробовик. М-ка. Три глока хороших. Вот так вот. Да ёпти марапти, не могу попасть. Есть разрушитель и есть кувалда. Это нам все пригодится. Насчет топоров. Я заберу топоры. Это не беда. Это я заберу. Почему я вот тот не ломаю угловой сундук? Вот этот. Да тут пусто. Да ну нафиг, там барахолка. Туда я не пойду. Не буду забирать. А вот это я сломаю. Но, конечно, сейчас побежит волна, с которой я опять же буду разбираться. Маленькие, ну давайте, вы отваливайте, пожалуйста. Ну не надо. Вот сейчас будут три толстяка. Посмотрите, три толстяка, которых мне надо поубивать. Конечно, это легко для нас. Во-первых, у нас есть труба, которая бомбит на изи. Во-вторых, у нас очень хорошая бронь. Спецвойск бронь очень мало пропускает хпшечки. Нормально. Вот то, что у меня бинтиков, конечно, маловато. Хотя не, хватит. Ты дурак. Блин, выкинь ты это. Ой, друзья, я вообще так сейчас навонякал. Это пипец. Просто пипец. Ну хотя, что мне бояться-то? Сейчас топором немножко его покоцаем. Все равно у меня открыт последний сундук. А он вообще меня бьет? А, да, по 3 хп он меня бьет. Фига себе, я не заметил. Все, у нас все равно последний сундук открыт. Ну и здесь есть калашик. Хорош калаш. Ну и есть также бинтики, друзья. Бинтики, ё-моё. Если видите, забирайте эти бинтики. С радостью берите. Не пропускайте. Я возьму пружинки, я возьму ключ. Нет, стоп. Подожди. Подожди. Стой, 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 стой. Я убил Ой. Друзья, я сделал глупость. Я сделал огромную глупость сейчас. Я убил последнего толстяка. Ё-моё, как я так опрофанился, а? А здесь есть где-нибудь шипы? Дайте мне, пожалуйста... А подождите. Станки здесь стоят. А что тогда здесь находится? А может здесь сабвуферка? Сабвуферка. А, или чоппер еще, кстати. Да нет, чоппер здесь стоит. Сейчас, конечно, друзья, мне придется откисать. Ой, так тут недалеко. Ну как недалеко? Недолго, точнее. Сейчас я откисну тогда. Топор мы... Топор, вот эту, этот автомат я калашнику оставлю. Нафиг он мне не нужен, так как он неплохо мне шуму наделал. Вот так вот я оставлю. Здесь мы вот это забираем все полностью. Ну, блин, 15. А, подождите, 15. У меня же еще чоппер будет. Плюс я переоденусь. Эту броню я не буду брать. Угу. Два. Ну... Как бы, знаете, нормально еще будет место у меня. Предостаточно, хватит нам местечко тут. Мы сейчас наденемся, еще, наверное, скорее всего, брони потом наберем кучу. Так что нормально все у нас тут будет. У нас еще много места влезет. Как раз я эти две большие аптечки скину тогда уж. Не знаю, посмотрю, стоит ли брать мне еще в довесок потом бронь. Ну, не знаю, загадывать не буду, друзья. Мне еще надо сначала сдохнуть, вот так вот. Этот я не буду трогать сундук, там одно барахло. С4 требует что-то. Да иди ты лесом, блин. Здесь это барахло. И... Ну и здесь вот ключик, конечно. Кому нужен, друзья, ключик забирайте на разборочку. Пружинок у меня предостаточно, я этого трогать ничего не буду. Ладно, ждем. Сейчас я буду уже крякать. И, друзья, я все-таки дождался, когда наступит моя смерть. Ё-моё, как же я долго здесь торчал. Ну, конечно, вы это и так увидите. Сейчас я вернусь обратно. Дружище, не уходите! Офигеть, я прожил 3 дня. 23 часа. Практически 4 суток. 4 суток. Где мой тут трупачок-то валяется? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Да, здесь и без меня очень много трупов, но я еще и выйти не могу. Камушку подъехал, еще и выйти некак. Вот это да. Ладно, давайте возвращаем все на место. Все вот так. Хопа. И теперь надо, конечно же, будет нам сделать уже вот это сюда. Винторезик сюда давайте поставим. Калашик сюда поставим. И сейчас вот это все, наверное, я закину сразу же в чопак. Это минус... Подождите, стоп.
А, есть сюда. Хорошо, давайте дробовик. Полный огнестрел. Нормально. 40 аптечек и тири-тири-тири. Давайте еще сундук сюда закинем. И как раз у нас будет очень огромное количество пустых ячеек. Что мы первым делом забираем? Друзья, я забираю, конечно, первым делом это топоры. Кирки? Нафиг эти кирки. Кирки мне пока что не нужны. У меня и без кирок дома очень полным-полно их много. Вот так вот. Это мы сюда сложим. Нормально. Минус 3 топора, конечно, мы профунякали. Но ничего, не беда. Не беда, друзья, у нас нету никакой беды. Это я ничего не буду брать. Это тоже мне не надо. И вот сейчас посмотрим, сколько сетиков мы сможем взять. Мы, наверное, взять всего лишь 2 сетика сможем. Раз сюда, раз сюда. Да, ну ладно, хорошо. Не-не-не. Ну, как бы, вот так вот у меня и получается. Конечно, бы, если бы... подождите, а если я сделаю... Блин, ну просто тут 5 сетиков. Ну, мне, например, и их очень жалко. Очень жалко. Да, жалко. Пчелки, пчелка, дайди ты нахрен, пчелка заколебала уже ты мне. Как мы с вами поступим? Нет, топоры я должен взять. Просто топоры я должен вот взять и все. По-моему, рейд удался. Очень даже. Очень хороший рейд. Мне понравился он. Нифига себе, столько брони утарабанькать. Сколько? 4 сета спецвойска мы унесли тогда. Они не 4. Нет, нет. Один на мне. 5 мы сетиков унесли. Очень много, большое количество топоров. Конечно, разрушители это. Я все домой сейчас потарабаню. И... Так, я тут уже был. И как раз сейчас соберемся вместе и пойдем сразу же уже на антирейд. Сегодня немножко у нас по-другому, но надо не забывать. Сначала надо нам расплатиться с нашими рейдерами, которые дали нам такую офигенную базу. Мне она понравилась. Четкая. Прибежал. 2 минус C4, да, но броня и огнестрел это хорошие вещи. Две классных базы. Хоть не одно и то же. А то меня как-то заколебала эта Нина. Так это пипец. Чё прилипла ко мне? Отчепись от меня уже. Не хочу я на твою базу больше ходить. Все. Арведерчи. 3 раза взорвал. 3 сишки потерял. Блин, чё прицепился? Я не понимаю. Ну что, скидываем это все сюда. Топоры. Хо-хо-хо. Теперь мне надолго хватит этих топоров. Ладно, разгружаем тогда чапачок еще заодно. Огнестрел, аптечки, это бомба, конечно же. Вафигенная бомба, короче, вот так вот. Опа. Здесь у меня, блин, еще с предыдущего рейда все остается. Я ничего никуда не могу просто складывать. У меня больше нету места. Надо сундуки уже, блин, в двойное хранилище делать. Также у нас есть еще здесь топоры. Мы возьмем опять же... Вау, у меня последняя сишка осталась. Ну, не беда, не беда. А, подождите, у меня там нету досок. Тогда мы идем сюда. Ресурсики дайте мне, пожалуйста. Бревно даже здесь, друзья, начало у меня исчезать. Вот так вот. Вот так я и живу. Давайте одно копье. Нет, не хватит, наверное, одного копья. У меня жадные рейдеры. У меня не всегда по 2, по 3 забирают. Ну что, заберешь одно? Я же говорю ведь. Так что еще 2 делаем тогда в довесок. Возьмешь 2, да? Да вы чё, издеваетесь, что ли? Я знаю, что они просят. У меня в инвентаре просто лежит C4. Может быть, еще из-за этого они берут вот такую вещь. Да вы, мужики, ну вы заколебали. База того не стоит. Вот-вот на, забир вот это и вот это. Не хочет. Ладно, не беда. Я не жадный на копья, как бы. Копья это фигня полная. Вон, на, еще 3 заберешь. Вот на, вот это. И вот еще. Забирай все сразу, а. Во, вот так вот, во. Сейчас я тебя вот так вот, во, нормально. Смотри, какой хороший у тебя инвентарь. Из всего деревянного, ё-моё. Все, поделиться. Давай, арвидерчик, конечно, до новой встречи. Сейчас я их, друзья, заодно сейчас вызову еще раз. Мне надо, чтобы не пропустить-то их. Неохота их проворонякать. Ой, верхний карман. Это, блин, знаете, это самое то. Здесь хорошие будут базы тогда попадаться, если самые верхние. Это мы скидываем, давайте тогда.
Броню, кстати, броню надо другую надеть. Я в этой броне не хочу идти. Вот, военную я надену просто вот так вот. Хопа, нормально. И теперь мне надо что-то взять из оружия. Есть у меня... Подождите. Есть у меня глоки с глушителем. Есть, конечно, дробовики. Больше только хоть бы не взять ничего без этого. Не надо нам больше без этого. Есть дробовик. Блин, я не хочу дробовик брать. Потому что это хороший огнестрел. Блин, у меня же был. Вот, я же говорю, что у меня где-то был глок, что с этим, вместе с глушителем. И также я взял бы, наверное, что-нибудь такое, ну, полегче. Блин, в каждом сундуке, друзья, я просто бомбически готовлюсь на 17-й сезон. Просто фантастически, бомбически вот так вот готовлюсь, чтобы у меня было все круто, классно, зачупись. Есть труба, давайте я тогда еще и трубу с собой возьму, вот так вот. И будет у меня все хорошо. Помнится, как-то у нас было 2, 3, 4, 5 дней подряд одни рейды, антирейды. Сейчас трое суток, я не могу дольше просидеть. Просто скучно становится без этих рейдов. Просто скукотища. Так, еды, дайте мне поесть еще немножко. И давайте возьмем заодно топорики. А подождите, стоп, а где у меня по СТП? Я же брал уже, алло. Чё за беда-то? Взял в пикап, положил, чуть не уехал. Нормально было бы. И да, как всегда, я, друзья, забываю про эти кокетесы. Что за беда с этими кокетесами? Надо где-то, наверное, скорее всего, будет написать на бумажке, блин, чтобы они у меня перед глазами это слово, блин, валялось. Схавать кокеты перед рейдом. Все время забываю, друзья. Вот все время, вот как не иду, все время забываю. А коклеты готовы есть, видите? Все, давайте я хаваю тогда. Это сюда закидываем, все, пускай готовится. Имбовые котлетки хорошие, но я про них все время забываю. Ладно, восстановлю, конечно, у меня будет угроза нападения 6 дней, но восстановить надо. Если бы я делал хотя бы по 2 рейда в день, у меня бы сегодня уже был бы где-то 14-15 день. А нет, подождите, какой 4? 3 дня 6, а сегодня 6. А сколько там у меня? 5? 6. 6 до 5. Что будет? 11? 11 дней было бы. Ну, плюс-минус. О, тоже хорошо ведь. Ну что у нас здесь за база? Базу, друзья, я не смотрел. Нафиг, не буду терять времени. Сразу же приехал. Взрываем по дверям и нафиг. Посмотрим вообще, что тут у нас тут за база. Это что, вся база такая маленькая? Ё-моё. Здесь у нас нужно везде С4, да, я так понимаю. Есть верстаки, есть у нас сундук на улице стоит. А давайте я тогда уж и сундук сразу проверю. Не зря же он, наверное, здесь стоит. Вай, ну ладно, давай возьму, давай. Спасибо, уговорил тогда уж. Я возьму в довесок тогда еще 2 станка у тебя заберу. 9 досок. Как много, блин. Да, друзья, такие базы бывают, попадаются. Ну а что ж поделать, будем брать то, что есть. Пикапчик я еще не проверял. Пикапчик, ну-ка, у нас пустой он. И давайте, наверное, я не знаю, тут двойная база или одна база. Надеюсь, она будет одна база. О, двойная база, ёпти. Тихо. Первую волну мы, конечно, трубой будем обделывать по-быстренькому. Вот так вот, опа. Потому что здесь не беда, это все легкое. Вторая волна так себе идет, а вот уже третья волна, да, третья волна кусается уже, конечно же. Подождите, а, я в военном сетике пошел, нормально. С первой волной мы разобрались. Давайте тогда вот так вот в окружности сходим. В смысле, сейчас скоро уже вторая пойдет волна. О, еда есть, нифига себе. Бутылки я возьму. Возьму 10 бинтиков тогда уж маленьких. Вот это я съем. Морковку я заберу всю. Подожди, я не доел. А, не влазит. Кукарику заберем. Блин, я не знаю, посмотрим тогда. Ну, молодец какой, все съел. Ладно, следующий сундук. У нас что там будет? Сейчас будет вторая волна. Понятно, конечно. Вот здесь, друзья, уже кислотный толстяк будет, по-моему, один или два. Два, по-моему, кислотных. Да, два. А, нет, один.
А что-то как-то не понимаю. В тот раз было два, сейчас один. Беда какая-то непонятная, однако. Или в тот раз я просто не пересмотрел, нифига. Классно. Все у нас нормально. В втором сундуке у нас есть резиновые детали, я заберу. Телефончики возьмем. Давайте тогда транзисторы не будем. Колеса нафиг они нужны. Заколебали эти колеса мне уже. Они уже снятся мне. У меня столько колес, что вообще места даже для них нету. Здесь у нас, ну, блин, так себе, короче. Это какой? Раз, два, три, четвертый сундук дает нам, даем. О, ботинки, смотрите, не ломанные, вообще не ломанные. А, это же антирейд. Правильно, это же антирейд, друзья. Сейчас побежит толпа посильнее, скоро. Вау, нифига себе. Ничего себе, винторезик дали, не ломанный. Круто. Вторую стенку мы не будем взрывать, нафиг. Не стоит, наверное, того, что там будет. Есть ботинки, возьму вот это и вот это. Что это такое? Вау, здорово, товарищи, здорово. Вот популярность-то какая растет. Вы посмотрите, чуть не убили меня. О, винторез давайте сюда закинем тогда. Ну и у нас еще много места остается тогда. Там я, по-моему, видел, на улице есть печка. Крутая, мощная печка. Давайте эту ломаем, она у нас пустая. Ясно, ясно. Все нам-то понятно. Не... А, подождите, стопэ. Я... Нет, я не на этой базе-то видел, блин. Глупо пашка, да, пирожка. Я не на ту базу смотрел, блин, там же... Ёпарас, это значит, на той базе осталась крутая печка стоять на улице. Ну, это улучшенная печь-то. Плавильня, блин, а не печь. Как я проворонякал. Сколько у меня там есть места, да, чуть-чуть? Давайте я тогда грядки посмотрю, что ли. А чё? Без грядок? Зря как клетки, короче, сюда истратил. Пусто. Пусто, пусто. Вторая грядка тоже даст, наверное, пустоту нам. Ну и как раз побежим сразу обратно домой. Ну да. Воу, смотрите, громила-то еще найдет. А может быть... А нет, не может быть. Он меня разберет. У меня такой сетик, да, кьёперсте. Ладно, поехали домой. Вот так вот легко и просто у нас проходят антирейды и рейды. Рейд вообще понравился, антирейд так, такой себе. Что у нас здесь? Три пушки разобрать. Ой, нет, друзья, не будет третьего рейда, потому что 20 волн зомби нужно отстоять будет. Это кто такой? Угрюмый Майк. Каменный гор. Опять этот угрюмый Майк. Как он мне заколебал, этот угрюмый Майк, это пипец. Броня заколебала. Да нафиг эта броня, у меня столько брони дома, что уже некуда девать. Надо, наверное, выкидывать эту броню просто-напросто. И заключить три сделки с торговцем. Вот так вот у меня и прошло все. Друзья, ой, а что у меня тут все сундуки пустые? Круто я попал. Но тебе, особенно вы, попали у меня. А, да-да-ри-да-да, чуть не попрощался. Блин, я уже встал, думаю, сейчас буду прощаться с вами. До новых встречей, думаю, сказать вам. Но нет, я забыл кое-что. Давайте посмотрим, что мы получили с вами за это все, что тут-то есть. Ну, то, что у меня находится в инвентаре, это, знаете, такая вещь. Как бы такая, вот такая, вообще такая, ну, блин, не скажу, что топово хорошая. Но морковка это хорошая вещь, вообще-то она хилит, и воду, и короче, вода и сытость прибавляется, все в кучу. Мы заработали, друзья, здесь за рейд, за один рейд мы хорошую вещь только одну получили. Это то, что винторез, огнестрел, ну, кроме глоков, это нормальный огнестрел, самый крутой, по-моему, ну, по крайней мере, для меня. Помните, в начале, когда я начинал выживать, я все время говорил и ныл, что типа М16, ну, полная ГГ для меня. Сейчас она самая такая, знаете, позитивная, крутая пушка, потому что модификации у меня на нее стоят стабильные. Стабилизацию сделать огнестрелы, они никогда не будут промахиваться. Ну, может, какой-то там процент все-таки будет промахивание. А также получили кучу топоров. Теперь надолго мне хватит, хоть не надо будет крафтить это все. Вынесли сколько? 4-5 сетиков. Один сетик, конечно, на мне. И он уже... А, нет, подождите. Фу ты. 5 сетиков мы не вынесли, друзья. 5. И один сетик скинул в другой сундук просто-напросто. Ну, конечно, военный
Рюкзак, я для разборочки их пока собираю, я их не удаляю никуда, потому что у нас что выпадает с рюкзака? Ну-ка, кто мне в кавы-то, а? Кто мне в кавы, кто под кавы, кто у нас выпадает, а? Ой, подождите, тут минута осталась, не хочу потом ждать целые полчаса. Короче, с рюкзака у нас выпадает, правильно, друзья, целый, по-моему, слиток или пластина. Блин, сейчас, друзья, минутку. Давайте сейчас посмотрим. Блин, я забыл уже. Вот это да. Ну-ка. А, да, слиток. Слиток стали целый будет выпадать. 10 минут. Но 1%, друзья, представляете? Это 1%. А, ну максимум, наверное, будет 5%, что выпадет слиток. А, да ладно. Потому что на 16, ну как, на 16 стадии разборки 1% дается на сталь. То да, там, наверное, минималка получится у меня. Очень минимальная. Ну ладно, мне на этом хорошо повезло. Хороший лут, хороший рейд, но не антирейд. Антирейд так себе. Во сколько у меня антирейд? Надо запомнить, во сколько антирейд получается тогда. И раньше этого времени просто не возвращаться, просто в игру, вот и все. А то так получается, я возвращаюсь, а его и нету. Видать, из-за этого я в тот раз и пропустил его. Но хотя, как я тогда пропустить мог? Я ж как бы заходил после этого еще. Не знаю, странно это все, короче, друзья, происходит как-то. Конечно, сейчас буду готовиться. Мне надо будет повыкладывать некоторые вот эти старые, такие древние, ненужные ресурсы. Это для рейдеров. И да, друзья, чтобы у вас хороший рейд попадался, выкладывайте руль, колесо. Ну и бак, если у вас много этих баков, конечно. Колес у меня, ой-ой-ой, рулей у меня тоже по всем сундукам насобирать можно. Да не туда запихался еще. И плюс баки. У меня баков тоже так же дофига. Очень много этих баков. Я пока что от рулей избавляюсь. Потому что рули... Ой, нет, подождите, не рули. Колеса. Колес у меня полным-полно. И места у меня в сундуках... Из-за него очень много уходит. Если бы стакались бы эти колеса в одну кучу, хотя бы по 10 колес. Ну нет, стак у нас 20, ну хотя бы по 20 колес. Это было бы намного проще и лучше, наверное, уж тогда. Потому что, ну вот смотрите, ну сколько вот тут? 5, 10, 14 колес. Сколько я сюда мог бы просто аптечек закидать? Вот таких. Намного больше, чем этих колес самих, блин, здесь валяется. Да, жалко, обидно. Может быть, в будущем нам и сделают эту вещь. И да, по-моему, нам уже можно убирать. Да, это... А я не помню, а можно было до этого или нет? Или нифига такого не было? Что-то я не помню. Что-то я читал это, это улучшение, это вот это, которое сегодня вышло. Ну, по крайней мере, у меня сегодня вышло. Может быть, до этого... Вчера, позавчера она вышла уже. А я только сейчас обновился. Ну, я не любитель смотреть эти обновления. Когда выходят, тогда и выходят у меня. Вот так вот. Ладно, сейчас, друзья, тогда буду разбираться с этим барахлом. Буду восстанавливать все стены. Восстанавливать свои все сундуки. Как раз пойду бункер Альфа чистить еще. Плюс-минус 3,5 часа у меня улетит на то, чтобы его зачистить еще полностью. Кроме четвертого этажа, повыполняю задание и на завтрашний день постараюсь подготовить еще рейды. Рейдов, блин, много не бывает, а огнестрел, он у нас закончится, как только начнется 17 сезон. Но на этот раз надо постараться поумнее быть и не все сразу спустить за один вечер. Да, у меня было такое уже много раз. Ладно. Давайте на этом я с вами буду прощаться. Кому понравилось это видео, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякивайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока!